Основной посыл идеи СВМДА – безопасность на основе сотрудничества, кооперативная безопасность. То есть она как раз и отличается в корне от структур безопасности, которые были характерны для 20 века. 20 век с его двумя мировыми войнами, с его идеями коллективной безопасности, то есть безопасности на основе силы, они утрачивают свою как бы актуальность. То есть суть идеи СВМДА сводится к тому, чтобы в диалоговом формате на основе сотрудничества развивать и решать те вопросы, которые интересны для азиатских стран. За 30 лет эволюции СВМДА она прошла довольно большой путь. От 16 государств, участников процесса, которые были в начале, до 28 участников вот на текущий момент к 30-летию СВМДА. А азиатский субконтинент очень разнообразный, и в этом плане, конечно, очень трудно объединить совершенно разные страны на разных концах этого континента с разными повестками. Поэтому СВМДА сделала упор, ставку на более гибкую форму взаимодействия. Спустя 30 лет уже многие задумываются о том, чтобы институциализировать этот процесс, сделать на основе него более структурированную форму, платформу, организацию. Был создан форум аналитических центров стран-членов СВМДА. КИСИ является одним из участников постоянного этого форума. Это большое достижение китайского председательства, потому что именно на экспертной площадке, вот так называемая Track to Diplomacy, дипломатии второй дорожки, обсуждается ряд злободневных проблем, которые страны могут обсуждать без каких-либо купюр, без каких-то ограничений. Форум мудрецов, форум молодежи стран СВМДА, то есть это те этапы становления, которые делают ее похожей, конечно же, на организацию уже.